remaining. И мы вновь в прямом эфире, дорогие друзья, продолжаем смотреть с вами матч Na'Vi против Fantastic Five, Best of Five, счет серии 1-1, ну и третья карта. Третья карта, Fantastic Five в ней будет играть за Radiant, Na'Vi за Dire. Ну и, собственно, вы видите уже драфты. Драфты интересные, потому что у нас в первой стадии от Fantastic Five появляется Oracle и Lone Druid. Я, наверное, не побоюсь предположить о том, что Oracle и Lone Druid в первой стадии это единственная карта, где вообще вот такое пикалось. Профессиональной дотасцене. Ну, возможно, и нет, потому что, ну, как вчера написал Иллидан у себя в Твиттере, что последним патчем пофиксили всю вот эту вот, ну, как бы сказать, правильно подобрать слово, грязь, которая была, и всех вот этих неприятных героев, которые были слишком сильны, кроме Лондруида. И он вообще не понимает, по какой причине это... По-моему, там было использовано слово «тварь», еще не first pick во всех играх, но мы уже видели, на самом деле, не раз Лондруида банили. Я видел только одну игру, пока что, с Лондруидом. Это была игра, по-моему, от No Logic Gaming, там был Лондруид... А, нет, это были Cookies, которые играли против Спиритов, как раз первую игру они выиграли. Там был Лондруид и Банша. И Лондруида не могли вообще никаким образом загангать из-за его крика. Там был Братрум, там чего только не было, но каждый раз, когда к нему приближались враги, он жал этот крик, и они бежали обратно, и ничего не могли с ним поделать. Очень неприятный персонаж. Ну, ему к тому же изменили сейчас еще и Труформу, так что она более корректно работает. Я не совсем понял, как конкретно это изменение сработало, но посмотрим, в общем, на Лондруида от Fantastic Five. Na'Vi, в свою очередь, не изменяют себе. Operation плюс Sin King, очень хорошая связочка. Эмбер Спирит и Инвокер, который, кстати говоря, ни единицы экзорта в прошлой игре так и не вкачал, по-моему, и вполне себе нормально играл. У него, да, сильно все получилось, хотя игра была очень короткой. Да, в общем-то, Инштапарейшн Сэн Кинг это то, чем играли Na'Vi против Веги, напомню, вчера в первой карте, играли довольно успешно. И теперь уже у Санэйка, в отличие, опять же, той самой первой карты этого матча, будет помощь. Будет дистанционно аппарат запускать свой ультимейт под эпицентр. Где-то какие-то соло-фраги Санэйка уже сможет делать. Так что увидим, надеюсь, в действии этого мощного сэнкинга. Плюс ко всему, конечно, довольно мобильные герои. И это Эмбер Спирит и Инвокер. Кстати, Инвокер тоже может помочь дистанционно давать санстрайк. Там вообще проказ будет жестким. Ну и Эмбер Спирит там, если что, на травлах прилетит. Ну, та самая глобальная стратегия Na'Vi. Где-то кого-то находим, моментально убиваем. У них это работает. И это мы уже, в принципе, видели. Ну вот, есть проблема. Проблема это Лондруид, проблема это Ораклы всякие. И проблема это вообще Fantastic Five, которые в последнее время все лишь набирают обороты, играют все лучше и лучше. Ну и активно, очень активно они там ставят хэштеги в твиттерах различных соцсетях, что хотят на мейджор. Ну и с такой игрой какие-то квалы, думаю, пройти будет можно. Я тоже бы поставил пару хэштегов. Что хочу на мейджор. На самом деле, Fantastic Five одна из команд, которая действительно очень хорошо к современной мете адаптировалась. И вот, в частности, вот этот Лондруид о многом говорит. На мой взгляд, они поэтому настолько сильны, им нужно прямо вот сейчас брать все, что только им дают. Потому что потом к этой мете адаптируются все. И ваше преимущество, оно уже не будет таким серьезным. Ну вот тут не скажешь, что вот какая-то команда уже прощупала такого героя, который ставит дисбаланс. То есть все пробуется еще. И Na'Vi пробует, Fantastic Five пробует. Вообще весь мир профессионально сейчас пробует каких-то героев, которые в этом патче, возможно, стали супер крутыми, но пока еще не были по достоинству оценены. Вот может быть Лондруид один из них. Ну, раз Иллидан кричал о том, что Лондруид теперь должен быть ФП, возможно, Fantastic Five покажут, почему он должен быть на ФП. Почему он такой герой сейчас жесткий. Ну, в принципе, функционал этого Лондруида довольно большой, да, то есть можно использовать для пуша, он отличный херокиллер, он герой, у которого потенциал заканчивается где-то на минуте, наверное, ну даже не на минуте, а не на 6 слотах, а на 12, то есть и можно закупаться постоянно. Поэтому... Почему бы и нет? Почему не Лондруид? Ну и вот он, Спирит Брейкер. Удачи. Удачи заканчивать этого Лондруида. Все круто в том плане, что, опять же, герой добавляет уже имеющую стратегию Na'Vi. Опять же, можно врываться, опять же, в любой точке карты можно инициировать. И это все у Na'Vi будет постоянно перемещаться по карте, я уверен. Такой хаос будет происходить. Ну, если Fantastic Five с этим аккуратно разберутся, то еще шансы, конечно, будут. Ну, а так, тяжело, будет очень тяжело. Так, ну и что это у нас остается?
Да, остается герой. Я так понимаю, это вообще лондроид, который будет на легкой стоять. То есть вот так вот. Ну да, это Керри от Седова. Так, в общем-то, и планировалось. Гостик добирает себе легион командоров в сложную. Еще один инициатор, еще один парень, который будет рваться и держать дизебли противника. Очень интересно. Тоже герой, у которого потенциал фактически силы этого героя не заканчивается. Может набирать, набирать, набирать и набирать. Дуэли выигрывать. Ну Да, что ж. такой серьезный лейт потенциал за счет этого. Ага. И медведь, у которого может быть очень много слотов, и еще и легион командер в перспективе набирающий урон. Посмотрим, как Нави с этим будут справляться. У них свой довольно-таки интересный пик и очень агрессивный опять. Причем с самого начала игры. Посмотрим, как ему у них получится. Очень хорошо здесь заходит Оракул со своим вот этим вторым спылом, даже я бы сказал, который делает невосприимчивых героев к магии. Может быть, сработает. Но прямо такой лютой комбы я, честно говоря, пока не вижу у Оракула с кем-то. То есть обычно там ну, какие-то герои с маг-резистом хорошо заходят. Или там тот же Дазл с Грейвом. Но здесь ничего подобного мы не видим. Да, ну, у них есть другие герои, которые будут комбинировать между собой способности. Это будет, например, Йол, который будет держать там часть героев Дизебли, Гости, который будет держать другого героя в Дизебли, Дизебли давать Бёрст, что очень важно при игре с Легион Командером. Легионкой, да. Нужен Бёрст Давай по обязательно героям будет. пройдемся, что Да, ли? давай, начнем с Fantastic Five. Гости как раз на легионке в сложной. БЗ будет стоять в миду на линии. Седой Керри Лондруид, Арзик суппорт Оракл, ну и Йол вторым суппортом на бейне. Шадоуэк вновь на инвокере, Ахмо на спиритбрекере, Санейка на Сенкинге, Артстайл на Апарейшене и Дитяра на Эмбер Спирите. Пошли вверх, поставили Fantastic Five вардец, Седой убегает со своим мишкой. А Санейка тут что-то у нас бегает. Какой у нее проход-то жесткий-то, посмотри. Это измененным лошадом. Можно пробегать до любых вардов доставать практически. Что-то посмотрел там. Да, может быть, что-то хотел зачекать или просто спрятаться. Так, ну и вот он, лондроид, который будет воровать руны снизу. Одно из преимуществ. Ну Ага. не дадут ему Ну сейчас да. станчик. Спиритбрейкер забрал таки. Не Шадоуех. Ну ладно, кто-то из Нави, это уже хорошо. Лучше, чем если бы это сделал, например, Спирит Бир. Да, определенно. Ну и в общем, да, Седоут отправляет на легкую линию, ставить он будет в соло против Спирит Брейкер. Должно быть здесь вообще все очень хорошо у Седова. К минимум по фарму эту линию он возьмет. Свой контроль. Ну, понятное дело, что Спирит Брейкер ты не остановишь на месте, чтобы он там не бегал, не ганкал. В любом случае будет этим заниматься. Но свои артефакты Седой должен будет вносить. Ну а на других линиях у Fantastic Five будут помогать суппорт. То есть Лина при поддержке Бейна. На топе Оракл будет сейвить Гостика. Интересный вообще. Оракул, который сейвит. Сейчас посмотрим, как все будет выглядеть. Тут наоборот, видим, Гостик сейвит Арзика сейчас. Накидывает баф. Живи, суппорт. Вот это, кстати, больше похоже на правду. Что будет сейвить как раз-таки Легион здесь. Но пока удается им потихоньку покачать эту линию. До поры до времени. Санкинг с Апарейшеном возьмут себе левел. Главный Эмбер Спирит возьмет себе левел. И вы тут уже ничего не посейвите. Хотя, конечно, пресс за атак слишком хорошо против дизейблов команды Нави. Там Сирин Чейн, стан, один пресс за атак и все. Здесь скорее нужно, наверное, какого-то Легиона даже фокусить. Ну, типа, да. Ну и Гостик еще будет хорош против Эмбер Спирита, который всегда считается героем неуловимым каким-то, где-то там прыгает, фисты дает. Если Гостик удастся зацепить, то какую-то точку. Ну, конечно, пробивает связухи, чего очень Эмбер Спирит боится. Ну, видим, что Сэн Кинг уже надоел на топе стоять. Пошел он теперь в мид и встречается с Йолом. Так, начинает вот война между двумя суппортами. Вот интересно играл Ну, парень Снейка. посильнее. Он качает дабл ро страйк и не имеет возможности фармить леса пока, и даже эти стаки не делает, как сейчас возможно стак будет делать. Ну, как мы знаем, как мы видим обычно по игре Санейка, он не особо сразу ударяется в фарм быстрого блинка или соло ринга какого-то. Он всегда предпринимает попытку погангать где-то помочь своим корам. А что вообще на миде происходит? Почему у БЗЗ 13.5, а у инвокера 2.2 крипстат? Бейн, Бейн, Бейн тому виной. Он зонил, он мешал, к позе им прилетел, йоу, там был слип, Dragon Slayer, Санейка, то жив, остается 37 хп, и с рейнджи БЗ, да, делает тычку, убивает, промах не сработал на несчастье Сан Кинга. Торнадо Йола должно умирать, хотя Фэйри Фаер и живет опять, стан, да ладно, от БЗЗ, и спасает своих тиммейтов. В итоге, все круто.
И Арстайл сверху начинает прессовать, забирает его Оракул третьим спылом, но здесь уже Ахмо, Сирен Чейнс, тут же пресс за атак, и Арсик разменивают. Один в один размен. Но то, что такой движ происходит на легкой линии, и при этом еще и отдали до этого Сенкинга, конечно, не очень круто для команды Нави. Более того, Лина продолжает доминировать над Инвокером. Очень большой крипстат, конечно, у Лины, и здесь вот она уже разогналась прилично. Шадоу-Веху нужно срочно каким-то образом помочь. Ну это да, это тот инвокер, который не играет с Алакрити. Да, может быть, Алакрити немножко подфиксили, но все равно юзать это можно, чтобы получше крипов добивать, как минимум. А это вот классы плюс вексы вообще не дают возможности как-то против Лины сражаться. Лина задувает постоянно, с МБ проблем нет, потому что ботл. Бейн еще периодически помогает, но и разрыв по крипстату лишь только увеличивается. Ой-ой-ой, как же эти драгонслейвы напрягают. Да, несмотря на второй квас, который довольно неплохо регенит ХП, все сейчас равно вообще убить можно. Помогает. Да посмотри, Йолпа заходит в спину, слип, БЗ будет давать стан, поддержки никакой, брейнсап. Минус. Легко, Ахмо, конечно, идет на чарджи, даже попытается, возможно, в кого-то врезаться, но это, опять же, очень опасно. Санейк там подходит. Ну, вообще, БЗ пытаются врезаться. Так. Йола будет брейнсап, Найтмэра нет, в КД и МБ не хватает. БЗ по твоим стан хороший, очень хороший стан, и спасается тебя он этим станом. Опять эти курьеры, ну, которые до Санейка. Лину. Ну да, тут непросто. Курьеры знатные от Санейка, но в этот раз, конечно, не сильно повлияло. Очень интересно играет Артстайл, у него... Он вернулся к своей привычной роли и решил, что в прошлой игре он слишком много нафармил, поэтому в этой игре у него в принципе нет ни одного артефакта. Просто голый инвентарь, и он куда-то идет в атаку. Вчетвером Нави, на миде. За Бейном. Вот еще одно ТП сюда, там на ТП хоть была попытка подловить дитяра. Ой-ой-ой, как Лина подставилась-то. Лину нужно мочить. Мочить Лину, мочит Лину, Лину убивают. Да, и курьеры тут за Бейном летают, Бейн тоже вынужден отходить. Курьера оставили, курьера нужно спасти. Ахмо ждет чардж. А вот чардж откатился, но в туман войны уходит Йол, и не может сейчас сагриться Ахмо. Приходит Седой. А медведь-то там левела третьего уже, и может горники сработать. Включает руформ, но проседает Седой, боже, подставился что ли? Заюзал рор. Есть чардж. Арзик здесь, пытался помочь Седому. И хорошо медведя перепризывает, зажимает Ахмо, не дает ему пройти к настоящему мишке. Ну и корни Седой... не срабатывают, спиритбир, ну что с тобой? Седой почувствовал себя каким-то Рэмбо, что ли, там, я не знаю, что он сейчас исполнил. Но это было очень жестко, его могли разобрать. Только вот этот крик новый помог ему выжить. Ну и, конечно, Мишка, который очень удачно блинканулся, зажал проход. Очень странная игра. Ну такая, да, чуть не подставился, чуть не погиб, но еще, конечно, он очень сильно, видимо, надеялся на то, что Спиритбир будет давать корни, но корни почему-то не работают, показано, говорит медведь. Ну-ка, давай, включай. Проплачивай, Седой. Ну на то, он и какой-то шанс имеет срабатывание, что может у тебя и ни разу и не сработать. Очень все равно слабенькие крипстаты у Нави, они как бы сейчас немножко подзабирали, по XP даже выровнялись, но по золоту проигрывают еще 1500. Крипстаты просто ужасные, я давно такого не видел. Но сейчас, если вот, скажем так, разница не будет увеличиваться, примерно так же останется, то Нави потихоньку подтянутся, конечно. Главное продолжать им действовать вот так же агрессивно, хорошо получается. Спирит Брейкер, пусть даже да, вы вчетвером на миде, но если вы забираете там Лину, это окупается в начальной стадии. Ну, одного-то героя, может быть, не так и окупается. Столько перемещений, столько затрат ресурсов. Лина, что она на первых левелах? Ну, убили ее, она тут же возродилась на миде. Они ничего не могут делать на других линиях. Медведю вообще уже ничего не мешает, он слишком сильный. Ну, Гостику можно мешать, например. Вот, Гостик. Потому что Гостик имеет на линии такой же крипстат, как Эмбер Спирит с легкой, между прочим. Ну, там плюс-минус, да, то есть разница между ними большая. Еще Эмбер Спирит чуть не отъехал там разок. Так что можно напрягать другие линии, можно дать возможность Санейку нафармить, например, на Soul Ring, чтобы в конце концов получить левел, может быть, блинк вытащить. Потому что тот хаос, который организовали Нави, он, ну, пока за первые 7 минут не очень-то и окупился. Смок тем временем заходит в лес, будут искать, возможно, Санкинга будут искать. Лундрой тем временем забирает Апарейшена. Ну да, Санейка здесь минус. Очень быстро его уничтожают. Минус 2 на разных частях карты. Ну и Шадоубек должен уходить, тоже подставится. Ну вот то, что аппарат снизу один стоит против Лондорид, конечно, это вообще никуда не годится. Понятное дело, что хочет получать экспириенс, но Спирит Бир просто на фейзах, мы видим. Идет и уничтожает. Ну, видимо, где-то корни таки сработали.
разочек. Да, там под вышкой прямо забрали его, то есть вполне понятно, что происходило. Нападение очень, кстати, неплохо нападают. Лина здесь замерзнет, ставит ЕМП, взрывают ее, и минус Лина, хорошая игра. И здесь же еще дальше можно пойти. Санейка левел 2 Броу Страйк, ну вроде можно цеплять, да, прям по таверам, есть колдфит, Арзик получает слип, все равно погибнет, конечно. Ну, неплохо. Даже куда-то развернулся, вот это из-за того, что он подразвернулся, его и забрали. Немножко мискликнул, видимо. И забирают 2 килла. Опять четвером, но 2 фрага явно это все окупается. Опять же, на остальных линиях делать что-то тяжело. Все время стоит гостик под тавером, его, скорее всего, еще и сейвить придут. И, ну, тяжко его забирать. И медведь тоже одна из прочнейших целей. Но могут забрать сейчас сумона. Эх, Спиритбир пытался руну перехватить, но основной хорошо стан его подстопил. И... да ладно, Спиритбир выживает. 70 хп осталось. Могли, могли лишить его жизни. Жирная скотина просто этот Спиритбир. 2700 хп, его там не смогли на лоу хп даже заковырять. Угу. Немножко не хватило. Ну, и основной в чужие леса отправился, правда, дымпы у него вообще мало. И под бортом чужим пробежался, потому что уходить лучше. Как бы там ни было, медвежонок-то фармит. Энтворс у него топовый на карте, есть у него, видимо, Glows of Hest. Ну, не знаю, Мидас ли, играет через Мидас в этой игре, либо Монштром. Я думаю, Мидас. Ну, мне кажется, что здесь Мидасик хорошо зайдет. Просто не очень нужен пока что ему. Ну, никаких сумонов нету, ничего. Зачем тебе так спешить с какими-то боевыми артефактами, убивать, когда и Мидас тебе даст иметь нормально возможность драться, потому что ты можешь купить Мидас, а вот эти вот Нави с бесконечными нюками тебя могут просто задавить и убивать. Ну, то есть тут, конечно, вопрос в том, уверен ли в себе Седой в том, что ему дадут возможность еще пофармить, и сможет он нафармить. Потому что посмотри, что творят Нави. Нави уже залетают под товара. Ну вот так вот они расправляются с Арзиком. Ахмо, конечно, бежать. Дерзкий. Очень надо бежать Ахмо, потому что он сейчас может отдать урона. Ну нет, все, никуда он не ушел. О, еще и дуэльку отдадут гостику. Первая дуэлька выигранная. Да, вот как раз это не очень приятно, но... как бы продолжают. Вроде как Нави наращивают давление, но вот посмотрите на этого медведя. Он уже сломал тавер, потому что бьет по таверам он довольно-таки знатно. Еще и заходит стаки воровать. Просто как в улей залез мордой своей. Бегает этот аппарат и не знает, что делать. Надо расставить это воровать экспириенс, уже на левел 6. Ну, вообще, конечно, левел 6 будет необходим тогда, когда у Снэка появится блинк и тоже эпицент. То есть пока эти два героя без своих ультимативных способностей не особо они юзабельны. Им нужно экспа. Но Снэка приходит, вроде бы должны были быть здесь стаки какие-то, но стаков уже... Он еще так по-свински съел самых больших крипов и оставил маленьких. Но нападение на медведя. Так, а тут Арзик пытается сейвить. Ну давай, Спиритбир, направь на кого-нибудь бить противника. Вот, Ахмо, например, неважно. Артстайл лучше, Артстайл же легкая цель. Вот, корни с первого удара, неплохо. И Артстайл погибает. Для Лундруида фан. Как же тщетные попытки загангать этого Мишку. У него там еще и был и крик, у него был еще и, ну, вот этот вот оракул, который кидает на него хилы, и еще и реген, хотя у него и так хп очень много. В итоге, я чувствую прямо, что медведь этот... уже, как он уже заходит медленно на рампу и сгрызает бараки. Я прям вижу. Ну да, это скоро произойдет, потому что уже и будет все-таки выходить в Майлшторм этот медведь. Он купил себе Метрилхаммер, и у него все действительно будет очень круто. Сейчас нападать на медведь очень опасно. Но все правильно, то есть медасы могут игру затянуть на тот момент, когда Нави будут просто вас уничтожать. Вот так вот бегать бесконечно, как делает сейчас Ахмо. Лучше иметь боевого медведя, который везде сможет помочь. Но Йол атака теперь на топе. Подкапывают, ударяют, срабатывают башики. Дал себе слип. Йол все равно, конечно, погибнет. Тут приходит Седой. Седой нужно кому-то, кого-то зацепить. Вот, например, Санейк. Удар с первого удара. Не проходит, не проходит корни. И Ахмо тоже, скорее всего, уйдет. Да, разбегаются. Но Курьер, который вечно бегает куда-то за тиммейтами, да, Нави. Конечно. Ахмо на этот раз. На этот раз Ахмо решил себе принести урну в самый доступный уголок карты. Самый удобный, да. Да, ну... так себе получилось. Более-менее выход от Нави, они стянули всех абсолютно на топ, и при этом еще и фраги забрали. Сейчас опять выход, посмотри, Ахмо пошел за БЗЗ. А БЗЗ бам без маны. Ну, Айсбласт может накрыть. Тут помощь от Арзиков, хороший баф. Станчик, правда, Эмбер сюда подоспел, с Лэмгардом БЗЗ таки жирают, и Ахмо в корни таки встрял. Приходит гостик, надо бы дуэль. Кого надо бы дуэль? Хоть кого-нибудь. Дуэль дает у себя приз за атак. Ну хоть кого-нибудь, то с дуэль. Санейка дуэль начинает, но помощи никакой. Помощи никакой, в итоге гостик сейчас просто-напросто
погибнет. Здесь все пытается, пытается, хоть кого-то, и Санэйка не доедает, и медведя там пытается раскатить, сам ситуация тоже, скорее всего, стрянет. Боже, эти баши, эти чарджи, медвежонок, опять корни не зажимает окно, и это уже минус 5 в исполнении Нави. Вот это да, еще надо было медведя сначала убить, а потом уже убивать лундруиды, тогда бы вообще подняли. Но на самом деле от добра, добра не ищут. Минус 1000, плюс 2300, в пятером разваливаются. Все-таки Нави смогли навязать вот эту драку. Очень хорошо отыгрывает Ахмон, постоянно куда-то бежит. Бесконечно бежит. Просто. Да, и это на самом деле то, благодаря чему Нави-то и сделали почти все свои фраги. Особенно вот эта драка успешная получилась. Вот это тот самый хаос, о котором мы говорили. То, что мы видели в первой карте вчерашнего полуфинала, то, что мы видим сейчас, это нон-стоп передвижение. Вижу цель, не вижу препятствий. Иду вперед, разгоняюсь, вы, ребята, мне помогаете, подстраховываете. У них для этого покупаются все артефакты. У них сейчас будут блинки, у них у Дитяра есть Boots of Travel. То есть они будут продолжать. И Fantastic Five, ну вот пока, видим, подставились. Нужно найти способ фармить и при этом еще отвечать на эти атаки. Пытаться как-то сохранять жизнь своим тиммейтам. Миллион вардов там поставили, сентриков, ищут, ищут. Где же поставлен был вард, с помощью которого спиритбрекер разогнался? И еще один, а варда-то тут то ли нет, то ли он уже закончился, то ли спиритбрекер на линии просто увидел эту лину и побежал. Нет, в итоге он видел минус... на стаках видел, там вард стоял. Честно. А, вот так вот, минус 300 голды. Для Бэйна не очень хороший это, конечно. У него и так артефактов нет. И еще и шестого нету до сих пор. 14-я минута игры. Так, ну и в мид планируется какая-то, видимо, атака. Нападают то ли на инвокера, то ли не на инвокера. Пошел Бара. Ну, два раскаста в никуда. И Ахмо в итоге под стан. БЗ подставляется. Приходит медведь. Ахмо получает. Драгослейв погибает. Пытался как-то спасти себя на Зерстрайк. Немного... Немного неудачно сыграл Ахмо в данной ситуации. И, конечно, ничем не попали. Сейчас нужно будет отдавать вышку, наверное, за это. Ну вот, уже готов Майлштром у Седова. Посмотри, какая дикость Overwhelming Knots. О, пресс-атак на Мишку. Он бьет еще быстрее, еще там какой-нибудь Battlecry. Медведь-то вообще Ставр не пощадит. Тем временем зацепили Operation. Сэнкинг раскастовывается, может быть очень неплохо, Сэнкинг вылетает двоих, Йола должны стирать, ЕМП, Мишка, ой, как больно медведя, его сейвят, но нужно пить, нужно пить, нужно пить этого медведя. Сейвит, захиливает Седова, медвежонка там поймали, если убьют спиритбир, возможно, Седов погибнет. Нет, нет, выживает. Слишком там жестко его захилили, но размен все равно хороший. Operation на Бэйна, плюс еще и вот этого медведя. 300 монет получили с него. И отбились, самое главное, вышку задефили. По идее, должны были вышку забирать Fantastic Five, но Artstyle заспейсил, будем говорить так вот. Ну да, Space Artstyle очень круто, мы это знаем. 1-4-7 у него стат, ну, благо есть ультимейт, который он раскидывается налево-направо. Мне интересно, почему он воронку не вкачал? У тебя Сэнкинг в команде, вроде бы сам бог велел, но пока что не качает. Я думаю, что сейчас начнет качать, потому что это самый ценный такой спелл. Ну, там только-только появился блинк у Сэнкинга, совсем недавно, поэтому не было нужды. Ой, Арстелка, он нашел-то. Нашел или его нашли? Сэнейка подходит, конечно, сюда уже потянулся. И да, Йол здесь погибнет с раскаста, Финсгрип еще перед смертью своей даст, разорвали одного, а Йол-то... Да, Йол погибает, но успев кастоваться полностью. Такие халявные фраги для Седова. Фраг и ассист. Да, получилось не очень круто, два саппорта на одного. Ну и самое главное, конечно, деньги подарили Седову, очень важно. Медведь, да, опять поднимается. Что же у инвокера? Почти готов Silence. Ой-ой-ой. Зи, как он больно-то. Разорвал, господ, стоит-то Shadowveg. Неплохо, 4-1-2. Ну я предчувствую уже бан инвокер, Shadowveg как-то слишком круто на нем отыгрывает. Уже, ну и в прошлой игре было видно, а в этой игре он прям разошелся окончательно. Причем это да, это инвокер, который играет только через торнадо ЕМП. Ну то есть у него торнадо, ЕМП, колдснэп и инвиз. Больше ничего у него нет. Ну, с одной стороны, да, вроде как... Ой-ой-ой, у медведя проблема, есть крик. Надо крик использовать. Ой, не успел! Ой, как все плохо! Неверстрайк, седой, толстенький, конечно, и подкапывают, но все очень таймингово сделали здесь Ахмон из Санэйка. Станы, башики, все как положено. Так неудачно получилось, он не успел крикнуть медведям, потом крикнул сам, но спиритбрекер был еще не в радиусе, и просто
ну, не должен был здесь умирать. В итоге забирают медведь на ровном месте. Да, по поводу инвокера. С одной стороны, у него нет алакрити, но с другой стороны, у него из-за этого чуть раньше ЕМП сильная. Сенкинг раскастовался, Арсик прячется. Успел, успел, просто успел. Его сейчас порвет все равно. Должно, да, влетит. Да, бам растоптал его. БЗЗ получает. Айсбласт тоже погибает. Ну и Нави продолжают давить. Если где-то Fantastic Five оказывается не в пятером, для них это сразу же смерть. Бесконечно. Прилетают, убивают, забирают. Ну вот сложно против этого бороться. Какой хаос устраивает на карте Нави. Просто растоптали. Непонятно, как вот против этого бороться. То есть нужно каким-то образом спасаться от этих атак, при этом успевать еще и подфармивать что-то. Понятно вообще, как это делать. Вроде даже и варды стоят, и неплохие варды стоят, то есть видно перемещение где-то возле мид-линии, с нижней. Посмотреть тогда по речке, везде практически стоят эти самые варды вдоль. Но все равно не хватает этого Fantastic Five, чтобы избегать атак. Карта наполнена болью и страданием, и какая-то уже для Нави, если вот брать прошлую и не брать первую в счет, то все больше похоже на изи-катку. Ну, очень серьезно они ведут сейчас. Ну, точнее, не ведут даже, а вот так вот наращивают свое преимущество. Вот сейчас важнейший момент. Сын-кинг. Ой, Костик, Костик-то дал на себя приз атака, а влететь в кого-то он не знал, не видел. Полетел сейчас на Сын-кинга, тот через Сэндшторм как-то спрятаться, дает блинк, и найти со мной приз будет очень сложно. ТП нет. А за ним не пошли. И сейчас еще и Йола могут нет. Пошел Ахмо. Ахмо пошел, но пошел немножечко не туда. Снова приз атак. Гостик должен давать дуэль. Да, дуэль дает. Пробивает медвежонок. Ахмо здесь помощи не будет. Пришел там Шадоу Вехту, слишком поздно торнадо прилетело. И надо ему тоже валить. Вот неплохо здесь половина. Ну, Ахмо, да, сам себя, получалось, подловил. Сэнкинг вроде как уже выживал, а он опять все-таки пошел. Но немножко тяжело, когда ты вот так вот играешь постоянно. Находишься в какой-то, ну, делаешь какую-то суперагрессию. Санейка. Что он делает, Санейка? Ну, хотя Шадоу Вехта рядом, можно БЗЗ убить. Хотя Шадоу Вехта, по-моему, продает вообще, да. Пытается на Бэйна инициировать. Бэйна они здесь забирают, скорее всего. Но да. БЗЗ-то будет бить дальше. Хотя приходит Эмбер Спирит. Ну, слушай, да, и Бласт залетает. Шадоу Вехта таки вкачал на единичку экзорт. Неплохо. Я не знаю... Когда Нави успели наработать такой тимплей, но это просто что-то с чем-то. Они все время такой, ну, действуют как один вот этот большой такой организм. Инвокер приходит, ставится. Ай, Сентрик, Шадоу Вех. Ну, наглость, конечно. Сверхнаглость. Прилетать на ТП под вижен всех, кто находился на топе, и при этом сразу же уходить в инвиз, спрятаться там. Такое наказ. Ну, он не просто ушел в инвиз, он еще и побежал куда-то в атаку. Да, конечно, здесь Легион Командер. Не простил. И в итоге Шадоу Вех уже вторая такая смерть у него за эту серию получается. А Парэйшн тем временем берет Медасик и будет у него все получше в этой игре. А, кстати, еще и Спиритбрейкер с Медасиком. Я вот не помню, отмечали мы или нет. Но получается, что у Нави такая надежная экономика обеспечена. У них вот эти два героя, которым обычно тяжело фармить, они будут с артефактами. Сын-Кинг, Эмбер Спирит и Инвокер тоже будут с артефактами, потому что они фармят хорошо. Но это опять же идет немножечко в разрез геймплею Нави. Вот при ситуации, когда вы нон-стоп начинаете драться и убиваете по карте противника, вы покупаете медасы, и вроде как вы уже немножечко и подфармить хотите. Ну мы помним, чем закончилась первая карта, например, такая ситуация, когда Миран купил себе медас. Ну, здесь немножко по-другому все-таки, потому что Operation для него что есть медас, что нету, ну с ним я согласен, нет. Да, ему нужен медас в любом случае, то есть он все равно кидает свой айсбласт, он не принимает непосредственно участие в драках. Но вот касательно, например, спиритбрейкера, не лучше ли было попытаться эти 2000 монет инвестировать, ну не знаю, условно какие-то огр-клабы, там дальше пойти в БКБ сразу же. Ну вот ну, не тяжело сказать. Выпадать из игры там на какие-то 10 минут. Я не думаю, что он прям, ну как бы, пока у тебя нет БКБ, ты все равно, разницы большой нет, есть у тебя этот Ogre Club или нет. Медасик ему дает скорость атаки довольно-таки неплохую, и он эффективнее в этой атаке. Ну и плюс ко всему, здесь просто вопрос, успеет ли игра затянуться или нет. Мне кажется, что все-таки затянется. Очень тревожный, единственный, вот, по-моему, такой действительно тревожный момент для Нави, это Легион Командер. 44 дэмэджа уже, и буквально 3 дуэли он выиграл за последние, там, 4 минуты.
Гостику отдают слишком много. Ну, вообще, я бы не сказал, что Гостик самая большая проблема. Я просто смотрю на Медведя, вижу на него Сакр Трейлик, и впоследствии это будет Радиант. Я вообще не понимаю, как будет потом Нави под этим Медведем находиться. Они не смогут за счет своих нюков Спирит Бира убивать. Ну, просто не хватит у них вот этих вот сам дэмэджа, да, с нюков магического прокаста. А Медвежонок за время драки, ну, сделает очень много. Ну, как-то вот, опять же, вот немножечко Нави начинают пассивничать ближе к мидгейму и дают возможность фармить что Седому, что Гостику. Это может в конечном итоге вылиться. Та же самая Лина, которая... Ну вот смотри, сейчас начинает просто делать скиллы. А у нее до этого ничего не было, по факту. Боже, что это за слип? А, по Гостику отдают дуэль. Хорошо. Хорошо, слип. Боже, слип на слип. Что происходит вообще? Да, такая не очень приятная комбинация. В очередной раз отдают. И Санейка уже умирает второй раз где-то в этом лесу. Ну, нельзя так Гостику отдавать. Уже 58 дэмэджа, но это же очень много. Каждый раз там по 14 урона ты отдаешь своей смертью. Получается, да, два раза по 14 надал и три раза по 10. Ну, три раза там кто-то по 10 отдал. Оракул сверху находится. У него нет ТП. Он что-то вообще как-то играет очень интересно. Это как Дазл в той карте примерно. Ну да. Только я сплитить. Фишкарзика, видимо, какая-то фирменная. Ну, забирают его в очередной раз. По графикам мы видим, что Нави все еще ведут по XP и по золоту тоже они впереди. Ну, посмотрим, что сейчас Мишка будет делать с Радиансом. Да, Радианс это, конечно, здорово, но я думаю, что для 24-й минуты это уже вполне играбельная для Нави ситуация. Ну, то есть они неплохо оделись, есть чем воевать с этим медведем. Понятно, что сейчас он все-таки будет доставлять большие проблемы. Да будет, будет, конечно. А почему он все-таки купил себе сначала Мейлштром, а потом вот Радианс? Мне кажется, все-таки Радианс-то поинтереснее смотрелся. Ход игры такой, ты не можешь фармить 3800 монет тогда, когда Нави бегают по твоей территории и уничтожают тебя по твоей тир 2. И Ахмотом, который залетает вообще непонятно какие владения, уничтожает тебя. То есть ты, ну это слишком самонадеян, слишком нагло покупает Сакр Трейлик. А покупаешь какой-то бюджетный, очень быстро собирающийся Мейлштром и в итоге имеешь возможность драться, убивать. Что он, в принципе, показал. Ну а дальше вот фарм уже пошел, Нави стали пореже нападать на тебя, и да. Ты уже вынес себе Радианс. Рошан. Все грамотно. Заходит на Рошан тем временем, возможно, Дитяра сможет как-то спалить, но пока кликов сюда не было, фисты он туда не дает. Давай, сейчас его убить могут. Гостик залетает, да, есть дуэль, нужен бёрст какой-нибудь, но... Да ладно, неужели в соло справится? Дитяра, нет, не справляется Гостик в соло. Остаются так, Гостику еще разорвут. Ну, нет, живет. Гостик еще под хил, конечно, да, выйдет он явно в плюсе, но потратили довольно-таки много. Инвокер тем временем пушит, включают барабаны. Сенкинг в позиции. Сенкинг может очень жестко раскастоваться. Ахмо пошел на чардж. Сразу же Юлом успеваю чардж. Вошел Сенкинг с эпицентром на Гостика. Гостик пока жив. Бафует его, ловит тосом на себя. Приз за атак. Неплохо. И Сенейк в итоге погибает. Ну, Спирит Брейкер падает. Также Дитяра успевает уйти на Ремнант. ПЗ остался без МП. Но при этом Шедоверх тоже полностью выкастался. И поэтому только проигрывает Нави. Да, опять двух героев сливают. Очень тяжело приходится Сенкингу. Еще одна ульта залетает. Минус Оракул. Хорошие фисты. Ой, как больно-то. Но тем временем подловили Апарейшена. Костя вошел, да, с дуэльки. Дитяра нужно валить. Спил Аеги, кстати говоря. Сразу же. Дитяра. Максимально дивиденды вытащили Нави в итоге с этой проигранной уже драки, сбили тут же Аегис и еще убили одного героя. Но при этом опять же умирает Апарейшен, и у Легион Командера уже 72 дэмэджа. Ну, как бы 72 дэмэджа, у нее артефактов толком нету. Будь у нее сейчас 0 дэмэджа, она не могла бы убивать настолько быстро. Сейчас просто это герой, который убивает практически любого. Если она возьмет Аганим, я, честно говоря... Боюсь, что будет в этой игре. Ну, потому что, имея Аганим, ты прыгаешь на героя, все. И никто ничего не может сделать. Только как-то станет эту легионку. Но дэмэджа она при этом получать не будет. Это, на самом деле, потенциал очень суровый. Так, Ахмо заходит. Видит, опять попытка как-то напасть сейчас. Я не знаю, венчается ли она успехом. Санейк тоже здесь, но без эпицентра. По-моему, обречена на провал. Вот, да, ну, сейчас Санейк еще могли поймать. Но Бэйн в кулдаун финсгриппа. Выживает, сейчас поэтому. Уже пусть фармятся медасами какие-то артефакты, я не знаю, Ахмо, вот Угарклаб только выносит, тебе очень запоздалый, в итоге будет у него айтем, ПКБ. Не уверен я, что Гостик будет собирать вообще себе какие-то аганимы,
ну, не особо, я думаю, это будет вообще как-то юзабельно. Лучше пойти в Chrome, покупать Shadow Blade, чтобы, опять же, внезапно инициировать. Плюс ко всему, это еще один айтем, который позволит подхватывать Ember Spirit и его ловить. Но все-таки я думаю, что в драфте как раз-таки и брали эту легионку, чтобы ловить Ember Spirit, чтобы был контроль. Так что, чтобы этот вариант очень хороший. Но она, в принципе, хорошо заходит. Конечно, главное, полностью с тобой соглашусь, здесь главная роль, наверное, ловить какого-то героя и желательно Эмбера. Ой, Shadow Vex сейчас... Спалили, что он в мизе бегает, потому что, да, ауру получил БЗЗ, тут добав небольшой под замедлением. И если грамотно поставят какие-то сейчас центришники, Гем покупает Бейн, но Бейн-то сам далековато. Вот ставится центрик, и Shadow Vex видно, вот там он проскочил, и сразу же топ-аут юзает. Ну ладно, Shadow Vex здесь реагировал все же. Понял. Легионка еще и вот с медведем сочетается здорово, ускоряет этого мишку, там, если базу будут ломать, медведь разойдется слишком быстро. И выходит в пуш по-прежнему, да, вот с этим радиансом останавливать медведя крайне тяжело. Нави что, будут дефить? Ну, судя по тому, что они делают, они собираются дефить? Да, они собираются дефить. Ну да, вот, пытаются прогангать. На бешеного медведя, какая у него там скорость атаки. Правда, в глиф пока упирается, написал Нейка. Эпицентр, закастовывает Костика, тот под блейдмейлом, есть подкоп неплохой, разнесли очень быстро Оракл, Снэйк про тоже баг падает, но Костик прожимает просто приз атакой и будет жить. А что дальше? Ну, дальше Мседова пытается разорвать под колдснэпами, правда, никто не помогает, кроме что Век сам пытается убить. Есть листы по БЗЗ, БЗЗ Юлом себя поднимает, будет жить, юзает ботл, медвежонок бегает, что Века грызет, есть бласт, БЗ не погибает, корни по Шадувеху срабатывает, нужно добивать его! И Гостик врывается, Эмбер Спирита подловил такие его на дуэль, убивают, что Век прячется в инвиз. И пацентричник тот же самый, по которому спалили в прошлый раз. Бежать. Кстати, где Гем? У Бейна был. Выпал, забрал Ахмо, все понятно. За Шадувехом до конца бежал. Да, там мало хп очень, кончаются постепенно. Курьер тут какой-то опять летит. Эти курьеры. Ну, в итоге медведя-то не осилили, и Гостика тоже. Сюдоя, Сплас получает Ахмо здесь, получает баф от Арзика. Пошел приз атак, будет ли дуэль, Гостик прыгнул, дуэль так откатить еще, не получится. Санейка под копы, Сюдой пытается спрятаться. Есть бласты по Арзику, по Гостику, неприятно. Ну, погибает Арзик после байбека, Гостик тоже минус. Сбили стрик, и Сюдоя будут наказывать. Боже, корни сработали, но медведь уже погиб. Не добились. Боже мой, Shadow Vex просто опять на сотни хп выживает. Как он отыгрывает? Это просто божественная игра. Он только что уходил, уже вернулся, дал раскат. Причем всем попадает абсолютно. И Na'Vi в итоге выигрывают все-таки эту драку. Да, я теперь вижу комбинацию Fantastic Five, которая не была заметна с самого начала. Под хил Легион Командера под ультом работает суперэффективно. Ну, напомню, что под ультом там увеличивается в два раза все хилы, и медведь просто неубиваемый какой-то становится. Ну, такой да, ну и Гостик тоже захиливает классно. Вообще, все-таки удалось Na'Vi перевернуть эту драку и закончить ее все-таки в свою пользу, как ни крути, да, выигрывают они денег. С трудом, да, но смогли осилить. Ну и вот чувствуется то, что здесь Fantastic Five не хватает просто элементарно БКБшки. БЗ в драке был без БКБ, ему срочно нужно дофармить. Легионка тоже понимает, что нужно БКБ будет фармить. Вот как только появятся БКБшки, Na'Vi будет совсем тяжело. Ну, с медведем уже вроде как, ну, начинают справляться потихоньку, но проблема Легион Командер никуда не исчезла. Ну, просто она прыгает на Эмбер Спирит, она его чуть ли не с одного удара там убивает. Это где такое вообще видано? И да, фармит сейчас все еще и Black King Bar, походу. Ну, герой, у которого 86 дэмэджа бонусом. Это только 30-е минуты игры. Если игра затянется, здесь Na'Vi будет крайне тяжело. В свою очередь, у них есть сильная комбинация Operation Sun King, которая вот прошлую драку изначально, ну, практически сделала. Падение. Ну, тут Гостик пытался, конечно, в соло исполнить. Пошел, ворвался, но встретил Сэндшторм от Sun King и не смог соинициировать нормально. Его убили. Ну, благо, подстраховал БЗ и ответный фраг на Санейка сделал. Ну, Гостик, конечно, зря так в одиночку пытается напасть. Очень неприятно то, что в том файте Fantastic Five потеряли еще и гем, и сейчас его даже купить нет возможности. Это довольно серьезно ухудшает их мап-контроль, плюс ко всему хороший вижен сейчас попадает в Na'Vi, поставив агрессивные варды, которые тут снять будет тяжело. Да, не видит барон, а у бара, между прочим, уже есть БКБ, он как раз-таки нафармил себе тот самый артефакт. Так, и можно сейчас на Седова будет разгоняться. Savage Roar, он потратил, но нет, слишком близко к вышке, здесь можно встрять. Да, наличие Оракула, Легион Командера, ну, он в таверне, правда, но все равно здесь один Оракул захилит слишком мощно. Не решили, кстати, что мы бы пора сделали.
Если я правильно понимаю, ульт Оракула, он должен контрить ульт Апарейшена в какой-то степени, потому что ХП у тебя стоят на месте, он вроде как не хилит, но этот хил, по идее, должен засчитываться на потом. И если ты до окончания ультимейта Оракула вышел из ульта Апарейшена, то потом ты выживаешь. Но вот когда у Апарейшена появится Аганим, конечно, ульт Оракула вообще не будет работать никак. Но только сейвить на 5 секунд просто героя. Ну, типа, да, там уже побольше будет действовать, подольше этот ультимейт. Ну, далеко еще, правда, аппарату до этого самого Аганима, что интересно, вот он после меда скупил себе медальоновку Рейдж, только потом Боинбустер. Такую медальчику, это против, даже не против Рошана какого-то, скорее против медведя, мне кажется. Это против нейтральных крипов, которых он уничтожает всю игру. Удобнее фармить просто, пока. Может быть и так. Ну, обычно против Мишки часто покупают эту медальку, так как он как большой и толстый, его приятно собирать. Я думаю, что после Аганима, возможно, даже Solar Crest появится, чтобы опять же этого Мишку можно было быстро разобрать. Здесь даже не с целью его забирать, тут никто с руки-то не бьет этого медведя. Ну, кто с руки будет долбить... Инвокер весь замес или Эмбер Спирит будет подходить вплотную и бить. Там некому. Кто-то там... же должен. Ну нет, там так, чтобы не бил медвежонок или не бил гостик, например, Soul Crest будет работать. Не с моментом, чтобы убить, например, медвежонка, чтобы не дать ему убить тебя. Скорее, с такой целью больше. Очень опасный выход. Очень опасный выход с мака. И там, и там. Ждут Fantastic Five на хайграунде, но Нави с другой стороны обходит. Думает, что на мид еще кто-то будет отбивать лейн, и там они встретят противника. Ну и видим, что никто никого видит. Вообще никто никого не видит. Так, дабл дэмэдж. Но Эмбер Спириту нужно отдать, там уже Дейдалус. По поводу, кстати, урона с руки, вот, собственно говоря, Дейдалус, который появляется у Эмбера, и видит курьера летящего. Но это хитрый курьер. Он запутывает. Потому что он летит в лес просто. Нет, он сейчас вот такую полосу сделал. Могу нарисовать. Да, вот так вот он пролетел. А, то я есть не знаю. Спалево они... все-таки было легкое. Легкое, да, под вардом. Могли заметить Нави. Но судя по тому, как они перемещаются, они этого не видели. Куир долетает, таки приносит глиммер Бейну. Ну и Нави тут спалились там. Теперь видно, как Эмбер фармит. Еще опасный очень момент для обеих команд. Практически выфармил себя Ассалт Террас уже Лондруид. Осталось только на Блэкмейл чуть нафармить. Ну и уже агрессивно Нави принялись за снос тир 2 тавера, пушат Санейка. Под вардом пробегают ребята из Fantastic Five. И окно контр-инцирт, БКБ полетел, взрывается. Айсбласт может быть хорошим! Хороший айсбласт по троим! Правда, Санейка эпицентр такой себе распостовал по итогу. Йола немножко зацепил там последним касанием. Ну, Костик вот вырвался и в итоге погиб. Инвокер его разорвал. Дальше на Йола атака. Йол умирает тоже. Ну и 1-2. 1-2, но инвокер опять заходит где-то со спины, и БЗЗ нажимает БКБ, начинает раскастовываться, но с руки очень больно бьет, минус Оракл уже, БЗЗ минусует свистов, и это минус 4. Опять Shadow Wave всех надурил. И как же круто сыграли Ахмо с Артстайлом в начале. Там ультимейт попал по пятерым, потому что Легионка кинулась Артстайла дуэлить, она урон в итоге получила, но и по ней попал также ульт. Плюс 100 дэмэджа, но не знаю, по-моему, вот сейчас Нави так много набирают, что этой Легионке может не хватить. Ну, как бы 100 дэмэджа... Нужно... По-моему, просто уже с БКБшки дождаться на Легионке, то есть я не знаю, врываться, ты, конечно, дуэль выиграешь, ты потом просто с нюков падаешь. И, ну, можно немножко подождать. Вот чуть-чуть же фарма не хватает Легионки. Бакабан должны довольно быстро пофармить. И Рошан. Как же хорошо для Нави все получается. После этой драки... Ой-ой-ой. Только вышел, и Рошан появился. Так, нужно еще раз зайти. Ну вы че? Вы не знаете главное правило доты? Как только ты выходишь из спита, Рошан появляется. И заходит туда. Ну, возможно, заметил краешком. Ну да, он Айсворд просто кинул, да, испалил. Полганим у него уже есть, 1500 осталось, даже чуть меньше до покупки полноценного артефакта. Ну и вот Fantastic Five понимают, как же их спалили. Вот этот вард, они вокруг него кружатся. Ахмо именно из-за этого варда их увидел. И девардить опять-таки они не собираются. Только Арзик подошел, наконец, Андрешник воткнул. Но все это ценой потерянного Рошана. И в проигранный файт, конечно. Тяжело сейчас придется. 1200, даже 1100 до Ганима уже Апарейшену. Это совсем немного, учитывая наличие Медасика. Сенкинг выходит в какой-то, ну, скорее всего, хекс. Шива есть уже у Инвокера. И Эмбер Спирит. И, насколько я понимаю, это Линка, чтобы тебя не дуэлили. Ну и там очень опасно опять-таки бегать Шедовьях. Гейммейкер, безусловно, этой
игры, потому что делает он все с самого начала и по текущую минуту. Опять-таки агрессивно бегает. Вот сейчас медведя нашли. Медведя нашли, стоит Shadow Vech. Его не видно, так как он прячется за елочкой. Интересная, кстати, игра от Shadow Vech. Вот знает. По-моему, раньше такого тут не было. Что-то Тавр не видел. Типа вот здесь. Так, Эмбер Спирит. Медведи должны сверху забирать Сумона. В воздухе он завис. Как крик. Его не прощают. Крик. К сожалению, колпсит и должен уходить медвежонок. Да, блинканут. Ну вот этот крик, пожалуйста. Просто вот как его забирать через этот крик. По идее, не должен был спасаться, но нет. И все же, Нави сейчас запушит верхнюю линию. Глиммер. Ахмоб продолжает носиться. Загонять всех на базу. Да, выигранные файты помогают Нави собрать себе ключевые айтемы, и появляются они завидной скоростью. Три ультимейт орбы сейчас, которые что-то появится. Санейка выходит в линку, кстати говоря. Все-таки. Линка есть у Дитяра также, то есть две линки будет. Ну, Ахмой пока непонятно, что. Ну да, очень сильно мешает эту дуэль, и ну, не давать возможности ей набирать дополнительный урон сейчас очень важно, потому что как бы сотки это уже много. Если тут заиграться, тут этот герой, он может... Ну, я наверняка думаю, каждый там видел хоть одну игру. Я, во всяком случае, припоминаю что-то такое, где Легион Командер набрал так много дэмэджа, что он в итоге уже один в пятерых влетал и убивал там минимум двоих. Одного с дуэли, одного еще. Просто потому, что дэмэджа слишком много. Это ведь, ну, как бы дэмэдж супер полезный, который не снимает тебе слот, который ты просто носишь и все, и там покупай все, что угодно после этого. Ну, типа, да, ты только какой-то иммунитет себе берешь, чтобы беспрепятственно бить противника и скорость атаки. И там уже дуэль, не дуэль, ты заходишь, критуешь, убиваешь. Все круто. Но это потом, может быть, может. Потому что Гостик сейчас довольно серьезно отстает по нетворсу, на уровне с БЗЗ только находится сейчас. Мы, конечно, понимаем, что Гостик позиционирует себя как оффлейнер в этой карте, но артефакты, безусловно, нужны. Линкин на Ахмо будет тоже. Третий Линкин. Три линкосферы. Очень много таких сильных спылов. Это Лагуна, это Финсгрип, это как раз таки дуэль. А сбивать, ну, Оракула только тыкать своим вторым спылом раз за разом. Три линки это хорошо. Это здорово, да. И мы вспоминаем как раз таки ту карту, третью решающую против Вега Сквадронка. Она ведь много раз просто бились об стенку в виде Веги, умирали там, за счет того, что у них не было дополнительных бафов на своих кор-героев, они умирали из-за контроля. Сейчас они об этом полностью обезопасили себя и купили Ликинсферы. Все будет круто. А преимущество уже ничего себе у Нави там преимущество. Это, видимо, два метасика дают о себе знать. Ну, потому что как-то слишком жестко они вырвались. 20 тысяч. Ведут, конечно, 9 фрагов, но 20 тысяч это как-то многовато. Ну, очень много фармят. Просто зажатые Fantastic Five из-за Spirit Breaker, которые постоянно носятся, боятся, зажаты на базе, и Нави просто выносят. Ну, по факту, вот эти 20 тысяч это и есть эти 3 линкинсферы, и еще даже там какой-то один артефакт небольшой. Пошли санстрайки на разведку. А будут заходить на хайграунд сейчас Нави. Будут уже пытаться снести сторону. Нужно будет давать бой. Так, поставили обсервер на чужой пригорок. Нужно будет задеваться в точку. Гостик все отчаянно пытается нафармить себе на БКБ. Вот хватает ему денег. На ТП-шке уходит на базу. Бейн тоже. Ну, тир 3-то просаживается. Уже потеряли пол ХП. Две линки на дитяра. Просто вот как его забирать? На нем две линки. И ему еще третью там могут дать, в принципе. Сбили Гостик одну. Вошел, боже, и вставляется по торнад ГМП. Гостик, Гостик, а БКБ-то подрубить-то, а? Ну, на себе приз за атак, правда, Седой там уже встрял, Ахмо пытается его разорвать, Глиммеры, спасти тиммейтов своих, Гостик уходит, Седой уходит, но нет! Пизды от Эмбера разрывают просто двух кор-героев, БЗЗ делает байбек, байбеков нет ни у Седого, ни у Гостика, падает, конечно, Эмбер Спирит, но у него есть возможность на байбеке вернуться в драку, ну а здесь байбеков не будет и, возможно, скорее всего, потеряют даже Тинкин, он ульта, ой-ой-ой, просто... Блин, Санейка. Опять эпицентр ушел никуда. БЗ, без БКБшки уже очень сложно, подставляться не хочется. Ну и падает одна сторона. Но Эмбер Спирит, если бы точно знал, что там байбеков нету Седого и у Гостика, они, он просто выкупился, и они снесли все сразу. Но он наверняка не знает. Он ждет. Да, в любом случае, одна сторона это более чем достаточно. Ну так вот, продолжают мансовать. Здесь пошла ульта от Апарейшена. Попадает по Оракулу. Санстрайк еще, ну... Нет, выживает здесь Оракул. И уходит, наконец-таки, Нави. Да, все, пора отходить.
Обманули, что я могу сказать. Даже если бы Гостик нажал бы КБ, профита бы такого не было, потому что он успел заюзать дуэль на Эмбер Спирита, но на Эмбер Спирите была еще одна линка. То есть ему кинул линку Сен Кинг, и у него была собственная. А и разве это он не успел? Прочекали. Да, он успел, там кулдаун пошел. То есть он успел кинуть дуэль, но он попал в линку, потому что их было аж целых три штуки. И после этого, в принципе, уже драка была во многом сделана. Там, если бы он нажал БКБ, он сам бы, конечно, подольше пожил, но Эмбер Спирита вы не ловите. Ну, это вообще да, не значит все равно, что БКБ прожимать не надо, ты его только надо, купил, надо, ты врываешься в замес, даже, окей, там, если линкет сфера на Эмбер Спирит, ты хотя бы под торнадо ЕМП не встрянешь, ты не погибнешь сразу. Ты же для этого БКБ себе и фармил. Так получилась полная ерунда. Гостик и не реализовался в БКБ, и погиб, и без байбека остался по итогу. И в итоге потеряли сторону, очень много сейчас зарабатывают Na'Vi, Na'Vi ведут уже на 28 тысяч, есть несенная одна сторона. Ну и все, что им нужно сделать, это сейчас подсобраться вместе и продолжать давить и выиграть эту самую карту. Просто не совсем понятно, как вообще эти линки сбивать. Три штуки очень тяжко сбить так, чтобы при этом ты успел зацепить. Обычно одну линку сбиваешь и сразу как-то пытаешься напасть, и то не всегда получается. Две в разы сложнее, три практически нереально. Инвокер покупает в свою очередь рефрешер. Ну, Shadow Век там много всего успевает скастовать. Ну тут надо пользоваться как раз таки этим моментом, что постоянно Эмбер Спирита бафают этими линкин сферами. Обычно как это происходит? У них один керри, который идет впереди всех, и на нем бафы. Ты можешь просто прожать смок, зайти за спину, напасть с дуэли на того, у кого нет этой самой линки, кто ее уже поюзал на своего тиммейта. Ты, ну, можешь просто поудачнее сыграть. Ну а что касается Эмбер Спирита, поймать его можно только один единственным способом. Это, во-первых, либо убить всех его тиммейтов со спины, либо то, что корни сработают у Спирит Бира. И вот тогда, когда он будет под этим самым дебафом стоять на месте, ты там за счет Лины, например, раскастуешь все больше. Ну только такие вот два варианта присутствуют. Да, ну, в любом случае, в лобовую заходить и пытаться дуэлить Эмбер Спирита, конечно, не вариант. Ну, тут Na'Vi в лобовую заходит, очень грамотно использует преимущество своего Аегиса. Кстати говоря, который до сих пор есть... Не, был на инвокере, все, его уже нету, он закончился, но Na'Vi по-прежнему продолжают очень много фармить и никуда не торопятся, не повторяя ошибки матча с Вегой. Сейчас могут Санейка зацепить. Санейка все спалил. Да, я не успел подцепить никак. С гемом, конечно, бегает, но уже подтягиваются Na'Vi, и нужно уже разворачиваться и убегать. Ганг не прошел. Да, ТП-шки. Ой, Шудовик может сбить, Шудовик не видел, что ли? Не Боже, видел. Не пробежал. Только потом увидел. А вот Арзика видно, Ахмо здесь, на чарочке за ним до конца, Арзик. Баф, конечно, дал, но такое себе не спасает это вообще никак. Минус без байбек. Ну, тем самым, да, приглашаю тем самым капитан команды Fantastic Five противников на мид, говорит, заходите. Ковровая дорожка уже постелена. Можно заканчивать. Ну, не знаю, да. Что должно сейчас произойти, что Fantastic Five выиграли файт. Каким образом? Гостик, опять же, решил в лобовую встречать оппонента. Тут можно такого наглого арт-тайла, например. Вот она, опять линка на Дитяра. На этот раз не заходит, еще одна линка на Инвокере. Они просто стоят издалека на этот раз. Инвокер бьет, решают не подходить. Все-таки довольно-таки опасно. Курьер у нас. Ага, покупает бабочку на Эмберспирите. Кстати, очень хороший винрейт с баттерфляем у Эмберспирита. И такой недооцененный артефакт. Но вообще, если подумать, очень много ему всего дает. Особенно, если ему приходится все-таки иногда драться лоб в лоб. Ну да, здесь его просто уже не пробивает ни медведь, и ни легион командер. Будут промахи. Плюс ко всему, не забываем, что по-прежнему есть соло-крест у аппарата. Что эффект Раша, усиливает. Ну а МКБшками, понятное дело, никакими не пахнет. Нет денег, нет айтемов. До того до отчаяния дошел даже медведь, что на спиритбире, да, решил выфармить немножечко все какие-то БКБ, ну, или в основном герои, да. Ну а как иначе? Иначе просто не дотянуться до противника и не провязать ничего. Не пробить дэмэджа, не нести. Рошан появляется вновь, Na'Vi очень быстро забирают, а Аегис остается на этот раз Эмберу, сыр валяется. Да, и БКБ, кстати говоря, купил сюда. Ну, эти БКБшки нужны были пораньше. Вот я тот момент подчеркивал, что у них были огр-клабы, и все, что им нужно было сделать, просто остановиться и пофармить. Но они лезли в бой и проседали. Ох ты, Санейка купил наконец-таки этот замечательный артефакт. Теперь радиус Бару Страйка превосходит вообще все разумные пределы. Кстати, вот в той карте, когда он играл на Санейка в полуфинале, он не покупался по последнему коням, вообще его не купил, по-моему. И бегал так, всех убивал. Но тот решил, что гоним будет полезен. Да, решил, что радиус ему здесь важен. Ну, посмотрим. Смок разбивают аккуратненько, чтобы не видели. Уже побежал куда-то Ахмо, заходит Эмбер Спирит, подал Акрити невероятно быстро с бабочкой срезает вышку. Фисты, Легион.
Легион готовится запрыгивать, но тяжеловато. Сейчас еще и Аегис. То есть сейчас даже если дуэль пройдет, такое себе будет. Так надо залетать не со лба, зайди ты в спину на артстайл нападение. Медведя добивают. Ну, ой, кстати разобрали. Говоря, по поводу дэмэджа с руки, все-таки наступает такая стадия, когда даже у такого пика появляется достаточно дэмэджа, под соло жрестом разбирают, все, пошел лохмо, спейсит, в этот момент нужно просто ломать барак, дуэль уходит в очередной раз в линку, которую успевают набросить. Медведь ну под да. БКП артстайла зацепил, пытается съесть, артстайл жив. Но недолго, правда, Радианс его сжигает, распасовался там еще БЗЗ, ХБшки закончились, и Дитяра в полном своем боевом обличии разбивает противника. Минус 5 в исполнении Нави, ну и Fantastic Five вынуждены были признать поражение. На трупы просто трех героев, которых Дитяра уже убил, два метеорита сверху падает, не успел раскастоваться со своим рефрешером как следует в шадове, но и без этого он в этой карте был очень хорош. Я думаю, что инвокера мы не должны больше видеть. Слишком сильно на нем отыгрывает мидер, который играет сегодня на замене в команде Na'Vi. Но отличная игра удается. Такое начало было у Na'Vi не самое хорошее, но как же они проводили свои драки. И в итоге просто достойная победа. 2-1. Они в шаге от того, чтобы выиграть этот турнир. Ну, это, по-моему, первый турнир за последние полтора года, когда Na'Vi могут его выиграть, реально. Yeah. Они до этого больше ничего не... Последний турнир, который они выиграли, это был 2CL. Второй сезон, если я не ошибаюсь. После этого вроде они ничего не выиграли. Это был 2014 год. И то даже первая половина. Да, как бы там ни было, действительно, Na'Vi счет в серии 2-1. Они ведут, провели очень неплохую третью карту. Ну и посмотрим, удастся ли в четвертой закрепить свое превосходство на Fantastic Five, выиграть эту встречу, или же Fantastic Five нам что-то еще покажет. Все это мы узнаем через короткий перерыв, поэтому советую вам никуда не расходиться. И мы через эту паузу вернемся к вам.